С громкой для себя победой лучшие всадники города в родную школу возвращаются также громко. Медали и кубки сверкают на солнце под стать улыбкам спортсменов. 7 медалей, из них 3 высшие пробы. За 2 недели сочинские спортсмены успели принять участие в 2 турнирах. Первый кубок Кубани прошел в Тихорецке. Там наши всадники взяли 1 первое и 2 вторых места среди юношей. Дети тоже показали классные. В счету 2 серебряных медали. Приехало очень много команд, приехали сильнейшие. Вот, как бы легко это все не далось. Дети очень удачно выступили, везде были в призах. Вот, и основной, значит, конкурс, кубок края, в общем, тоже достался нелегко. Высокие результаты, которые сочинцы показали на Кубке Кубани, позволили заявиться на чемпионат Южного федерального округа. Там борьба была уже посерьезнее. Но окрыленные успехом наши всадники вновь показывают высочайший результат. 2 первых места в номинации «Максимальная высота» нашим не было равных. Самым главным для меня соперником оказалась Надежда Синельникова. Это жительница Динского района, там, где мы выступали. Конечно, очень сложно выиграть у нее. Она все-таки кандидат мастера спорта, у нее очень сильные лошади. И поэтому я очень рада, что вот я ее обогнала, как бы достигла своих целей. А Альберту Эксузяну победа позволила представлять регион на всероссийских соревнованиях. Соревнования были очень важны для меня. И вообще для всего Краснодарского края это отборы на финал спартакиады молодежи, всероссийские соревнования. В Москву 7 числа августа мы поедем. Все лучшие всадники Краснодарского края. Эти победы в муниципальном центре конного спорта называют небывалым успехом. До таких высот доскакать и допрыгнуть удалось впервые. Сегодня всадники продолжают тренироваться. Впереди новые турниры и, конечно, новые медали и кубки. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.